Сбор вот таких вот штук, мне кажется, кучкуется, кучкуется. Всегда боюсь, когда на краю лежит все это дело. Ну кто ты? Потому что ты все собрала, вот и команда. Чего это? Я уже командовала позавчера, хватит. А ты хочешь покомандовать? Нет, я не хочу. Я сегодня как раз расслабиться хочу. Выпить шампанского. А ты не на машине, что ли? Нет, я машина вмерзла в сарай на даче. Я меня в Володь привез. Самое время расслабиться. Да, 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 да. А потом приедешь так это в сарай так. И что? Сарай на даче. Я туда не скоро приеду. Ну при такой резине жалко машину. Жалко, да, жалко. Но я все-таки несколько месяцев зимой проездила на ней, так что нормально. Привет. Ну как, новая объектива? Да ничего, мне как кажется, что он немножко сошел. А на шипах? Мне все хорошо крутится, он же так на шипах стоит колесо, поэтому так легко крутится. А можно в него посмотреть? Вот это, да? Это москвичья. У меня метров 120, как раз щупанян. Нет, это кучеров. Мне не надо включать, зачем? Я снимать не буду, да ну, просто нет, нет. Он всегда снимает, не включает. Колесо. Да, я просто я. Так, ну где Оля-то? Не, это ближняя у Кучеровка. Это ты. Компьютер не включил. А я хочу привыкнуть.